Ребят, вы, наверное, не поверите, но посмотрите, какой я маленький в Майнкрафте. А это мой дом с кроватью, с верстаком и с окном. Обалдеть, это все настолько мизерно и маленько, капец. Йо, ребят, всем привет, с вами, как всегда, Ивалрус. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт, но совершенно необычно Майнкрафт. Потому что сегодня я стал настолько маленьким, что я примерно ростом с целый блок. Капец. Да, ребят, если мы будем играть в Майнкрафт обычным скином, то мы можем спокойно подниматься на блоки, что-то там делать. Но если мы вдруг превратимся в странного человека, то что? Мы маленькие, капец. Но на самом деле, ребят, в этом есть и плюсы. Мы сможем с легкостью с вами проходить вот так вот, например. Вот в такие вот маленькие-маленькие пространства в Майнкрафте. А также сделать дом. Да, мы сделаем дом в блоке. Серьезно? Вы, наверное, не верите. Но мы сделаем очень маленький дом, где мы сможем жить в Майнкрафте. Поэтому смотри до конца. Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты вдруг не подписан. Приятного просмотра. Для начала я вообще хочу вам рассказать, как я вообще превращаюсь в маленького человека в Майнкрафте. Во-первых, как вы видите, сейчас я совершенно обычный. Да, это мой обычный рост. И скачав всего лишь один мод, мы можем превратиться в реального маленького человека, написав такую вот маленькую команду. На самом деле, с этой командой мы можем превратиться в человека, который будет намного еще меньше. Вы посмотрите, насколько я маленький. Ребята, если вы хотите, чтобы я прошел Майнкрафт с таким ростом, то ставьте лайки, серьезно, потому что это... Ой, господи, какой я маленький, капец. Но сегодня, ребят, мы будем выживать в Майнкрафте именно с таким ростом, примерно в блок. Но на этом я не заканчиваю наше приключение, ведь сегодня мы должны будем с вами что-то строить, что-то делать. И для этого я поставил себе еще один мод, который добавляет какие-то непонятные штуки, и с помощью которых мы сейчас разберемся, что мы можем делать. Вот этот белый предмет, который похож на молоток, так и называется, маленький молоток. И... прямо сейчас с помощью него мы можем с вами редактировать блоки в Майнкрафте. Например, мы видим вот эту тыкву. Давайте подойдем к ней поближе. Итак, вроде бы совершенно обычная тыква, но именно так мы можем, например, проделать ей насквозь глаза. Капец, да? Выглядит стрёмно. Или, например, если мы сделаем здесь вот такой вот проем. Я не знаю, как мы его сделаем, но вот так вот примерно мы сделаем. И если мы превратимся в очень маленького человечка, например, вот такого роста, то мы... ладно, окей. То если мы тут немножко проделаем, мы сможем поместиться туда внутрь. Капец, да! Не знаю, видно ли это, но мы серьезно проходим. Хотя это всего лишь маленький блок. Короче говоря, с помощью вот таких предметов из этого мода мы с вами сможем сегодня... я не знаю, что это, надо узнать. Мы сможем сегодня с вами сделать себе дом в Майнкрафте огромных, то есть маленьких размеров. Итак, для начала мы должны определить, из какого материала у нас будет дом. Я думаю, из вот этой доски. Ну, серьезно, как обычно дом в Майнкрафте, как и в принципе мы все его привыкли с вами видеть. И тут у нас есть определенные инструменты, которые помогут нам по строительству этого дома, которые я, кстати, вообще не знаю, что они делают, поэтому прямо сейчас вместе с вами будем разбираться. Итак, ребята, все инструменты в моей руке, и давайте начнем по порядку. Первый инструмент это маленький молоток, с помощью которого мы можем вот так вот по блоку маленькому, по пикселю мизерному проламывать вот такие небольшие отверстия. Как вы видите, мы можем здесь написать что-то, например, да? Ну или проделать какое-то отверстие, чтобы потом там жить. Серьезно, если мы будем очень маленькими, мы сможем жить вот в маленьком пространстве, серьезно, обалдеть. И сделать там, например, какие-то, ну, вещи для себя. Итак, следующее это маленькая пила, которую, с помощью которой мы можем вроде бы вот так вот просто срубить полблока. Да, это выглядит странно, но это правда так. То с помощью пилы мы можем прорубить вот такое вот маленькое... я понял. Окей. Понятно. Итак, следующее это вот такая, я не знаю, что это, ключ какой-то. О. Так, хорошо, давайте сейчас это сломаем. Что это? Капец, ребята, я случайно нажал на какую-то кнопку мыши, и у меня получилось это. Выглядит это стрёмно и непонятно, окей. Но, в принципе, мы спокойно можем жить хотя бы здесь, потому что это все в один блок, и мы здесь помещаемся вообще спокойно. Но дом у нас будет не такой, но на самом деле я офигел от того, как я его сделал. Да, правой кнопкой мыши мы можем делать вот такие вот штуки. Ой, блин. Да, выглядит это довольно странно, окей. Следующая штука это Little Chisel, с помощью которой мы можем выделять с вами объекты. Например, мы хотим сделать вот так, и вот так. И мы, получается, сделали... какой-то ковер получается из каблстоуна, окей. Пускай это будет полом для нашего будущего дома. Теперь мы сделаем вот такие вот стены в нашем доме. Да, примерно так они будут выглядеть. Так, здесь у нас немного лишнее, поэтому давайте сейчас это все сломаем. Мы можем воспользоваться пилой. О, видите, я уже научился. Так, аккуратно все ломаем лишнее. Слушайте, в принципе, пока мне очень нравится мой дом в Майнкрафте. Не знаю, как вам. Окей. Далее давайте сделаем, наконец-то, крышу нашему дому. Я думаю, она будет сделана. Так, ребята, я совершенно все придумал. И я отказываюсь от этого дома. Мы сделаем дом еще меньше. Кстати, уже закат. Давайте сделаем день. Итак, я наконец-то понял, как мы можем сделать с вами мизерный дом. Для этого мы должны просто поставить блок и воспользоваться вот этим инструментом, который называется Little Chisel. Далее, смотрите, мы можем вот так вот начать делать сначала потолок. Получается, как-то так. Потом стены. Вот так каждую стену мы сейчас сделаем. Опа. Так, еще одну стену.
Посмотрите, у нас уже получается почти полноценный дом. Давайте сделаем пол, если у меня это получится сделать, конечно. Отлично, пол сделали теперь. Теперь мы с легкостью можем поместиться вот такой маленький домик в Майнкрафте, посмотрите. Это серьезно наш дом, и мы серьезно помещаемся в него, обалдеть. Если же мы были высокими, мы даже не обратили на это внимания. Просто обычный блок стоит среди остальных таких же блоков. Вот серьезно, можно вот просто вот так поставить блоки, а оказывается тут есть... настоящий дом. Окей, но это еще не все. Так как мы все-таки хотим жить в своем доме, мы должны, наверное, сделать в него дверь. Но мы настолько большие, что дверь, мне кажется, она как раз будет примерно такая. Окей, я предлагаю стать еще меньше, например, вот на такую высоту. Капец, я классный. Ага. И теперь мы должны аккуратно сделать дверь в наш дом. Посмотрите, как это происходит. Серьезно, и это все происходит внутри одного блока, ребят. Да, вы, наверное, не верите, но это так, серьезно. Так, главное сейчас сделать так, чтобы я реально поместился. О! Супер, в самый раз. Так можно было даже меньше сделать. Ну ладно, окей. Давайте я сделаю себя чуть-чуть выше. Вот, супер, ребят, посмотрите, что мы сделали. Наш дом почти готов, у нас есть дверь. И теперь мы можем здесь что-то положить. А может и не можем, я не знаю. Ух ты, какой маленький-маленький пиксель. Посмотрите, насколько классно смотрится этот дом на побережье такого океана. Серьезно, и он настолько маленький и мизерный. Хорошо, давайте попробуем обустроить наше место как-нибудь, я не знаю как. Маленькая сумочка, это что? Для того, чтобы выбрать, каким блоком мы хотим ставить блоки, офигенно сказал, мы должны нажать на колесико. Оказывается, окей. Давайте прямо сейчас сделаем самую важную вещь в Майнкрафте, сделаем кровать. О, нет. Давайте сделаем самую важную вещь в Майнкрафте, а именно... Давайте сделаем в нашем доме одну из самых важных вещей, это кровать. Для этого мы должны с вами сделать вот так. Пойдем обратно в дом. Так, примерно вот так. Теперь выбираем белый блок. И делаем примерно вот так вот. Обалдеть, какая кровать маленькая. Серьезно, мы сделали кровать в Майнкрафте. Обалдеть. Вы просто посмотрите, насколько я маленький человек в Майнкрафте, и это мой дом. С кроватью, обалдеть. Таким же образом мы, наверное, можем сделать верстак. Почему бы и нет? Надеюсь, это не будет казаться странным. А, нет. Это кажется очень странным. Окей. Вот так аккуратно мы можем сделать верстак, наверное. Нет, не так. Начиная отсюда, заканчивая этим. Вот! Верстак готов. Правда, он немножко больше кровати, но знаете, это не важно. Верстак-то все равно есть, это самое главное. Окей, это выглядит довольно странно. Теперь я предлагаю сделать печку, мы также ее можем выделить. О, мы ее не можем выделить, прикиньте. Хорошо, а сундук, интересно, мы можем выделить? Сундук тоже не можем. Хорошо, у меня появилась идея, мы можем сделать, наверное, с вами стекла для нашего дома. Для этого проделать здесь такие небольшие... Сейчас, подождите. Опа! И теперь у нашего дома есть окно. Вау, это круто. А если мы совершенно аккуратнейшим образом это все сейчас заделаем стеклом, я надеюсь, у меня это получится, то да, оно действительно у нас похоже на стекло. Ё-моё, капец, у нас есть окно еще в доме, супер! Вы не представляете, насколько это маленький дом в Майнкрафте, потому что если мы станем обычным человеком, то это просто блок, капец, а там уже мы видим, что там есть что-то, и даже окно, капец. А теперь я хочу сделать нечто невозможное и сложное. Посмотрите, эта курица почти моих размеров, обалдеть. Я хочу сделать так, чтобы мой дом был двухэтажным, то есть сделать для него второй этаж. Да, почему бы и нет? И для этого, конечно же, нужно будет сделать лестницу. Как мы это сделаем, я просто не представляю. Так, для начала мы должны выбрать материал для нашей лестницы, пускай это будет дуб. Окей. И теперь давайте начнем делать ступеньки. Мне пока не получается. Так, теперь вот так. Вот. Да, ребят, посмотрите, мы буквально по одному блоку вот так вот, получается, увеличиваем. Ну вот, примерно. И у нас уже получается лестница. Она, конечно же, выглядит не очень красиво, но я пытаюсь сделать ее красивой, ребят. Окей, мы будем делать круговую лестницу, хорошо. Мы немного заделали вход, но неважно, я прямо сейчас хочу просто сделать лестницу. Так, здесь у нас уже должно появляться пространство, поэтому прямо сейчас молотком мы проделываем его. О, супер, как раз. Так, и теперь мы должны как-то забираться на второй этаж, а то есть давайте немного сейчас продолжим лестницу. Ну, вот примерно вот такая лестница у нас получилась. Да, она не очень ровная, она зато круговая и классная, посмотрите, у нас получилось. На втором этаже пускай у меня будет не этаж, а какой-нибудь балкон интересный. Там, вот, например, смотрите, сейчас покажу. Вот так, и еще давайте. Вот, и мы будем смотреть на закат, капец, классно. Сейчас я сделаю это со всех сторон. Примерно так это у нас получается. Слушайте, докажите, реально очень круто, наверное, быть маленьким человечком в Майнкрафте и жить на столько маленьких вещах. Блоки, представляете, это все всего лишь один блок, который мы ломаем буквально за секунду. Готово.
Посмотрите, как это классно. У нас есть дом, мы можем подняться наверх и на наш личный балкон. И посмотрите, как это круто. Обалдеть, мы такие маленькие. И у нас такой класс. Кстати, дом выглядит реально круто. Не знаю, нравится ли вам или нет, но мне очень нравится. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам дом. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение подобных Minecraft рубрик. Если так, то, пожалуйста, пишите в комментариях обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Также можете заценить другие мои видеоролики, нажав по конечным заставкам, которые прямо сейчас увидите у себя на экранах. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Я вас люблю. До скорых встреч.